Медведой что тут? Вися? А танчишь, кеда? Ну то, что ни разу... О, Фарада появился. Всем привет. А что ты палом тут делаешь, Лёх, заходи на ДК. Да куда мне заходить, блядь? Скажи мне, вот какой, блядь, из 25 слотов мне зайти? Да нахера? В любой. Милику тут больше стоит. Нравится. Понимаешь, если есть РДД, нахуя тут Милика заходить мне, если дохуя РДД? Это босс тупо. Он гена есть, если что, по команде это вообще. А я пойду сразу сейчас на этого. Ну, типа, Левну Сведя, пойду на кого-то. Я бы на твоем месте не доверял этой сове. Так это не сова, это лог сегодня. Но это вдвойне подозрительно. Так, роги. Так, кай. Что у нас по миликам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Короче, нормально, и это. И РДД целая куча. Короче, у Фарада это вообще маг. И вот он мне сейчас напишет, он в сети вообще не... Ну, вот так. А есть покупатель на грудь? 50к дает. Ну, Фарада сколько дает? С Фарада уточняйте, короче. Фарада, ты тут? Я просто до одного кого-нибудь заменю, среда, кому нихуя не надо. На кедах. Вага, дай Фарада помощника. Мы будем чест продавать. Че, цены растут на Т5? Давайте аукцион, он пускай устраивает пуги, кто больше даст. Ну это, кстати, хороший ход. Может, до 200 добьем. Сиди у них, кто больше дает, скажи, есть другой челик 50к тоже. Вон, вдвоем их в рейд загоните, пускай торгуются. 53 уже, смотри. А, да, твой ход. Давайте немножко поинтересуюсь. Второй танк кто? Второй хан будет или Враска, или Видойш. Выбирай. Или Тимы. А чего спрашивать? Вон, вчера забрал Талик ХМ. Все, пускай танк. Фениксов держать здесь несложно. Короче... Если... Талик ХМ. Даже думаешь, что Видойш. Ну, Трига, да, Синры. Пускай танк. Оба спекайтесь, чё? Короче. Чё стоите, блядь? Думаете, один трэш буду танчить? Пора уже, это... Пора уже. По моим спеку тебе много походить. Кнопки тыкать умеешь, на Келли уже был, чтобы понимать, где что надо делать. Начисляю ИП-шку, да? Да. Давай, короче, сделаем пока тут-то лучше, наверное, врест. Такого, что и косты сможет. На элеме 4Т5.
тебя вихрь будет. Саша Швайт, а вы вот вчера меня с лича кикнули, а ЕПшку вы зачислили за босса? Курс. Это не я начислял ЕПшку, там начислял Войт, у него спрашивает. Посмотри по этому, блядь. Если ты в онлайне буду, там же показывать по журналу. А нет, вру, там, по-моему, не Войт начислял, а Гевка начислял. Короче, воронки или знаки или дари падают, просто отказываемся от них. Кто-то у меня, кому-то якобы не начислили. Ну, персик, вы вчера после Ильича вроде начисляли, а меня не было. Меня там зафризил интернет. Персик, сейчас посмотрю. А вы вообще отслеживаете ЕП людей, которые ходят из ДВ с вечерними? Срезаете им, нет? Ну, если я в рейде, я отслеживаю. Я просто вот на Моса смотрю, и у него прям овер дохуя ЕП уже. По-моему, ему не убивали. Он хоть 52 его КХМ, а будет ты хотел. Мос вчера сделал килл Лара. Нет, я понимаю. Нет, Гримперск не начислили ЕПшку. Я тоже не вижу себя. Что ты делаешь? Начислил. Ну, за лича только не начисляет. Один танк у вас. Тихо, один танк у вас? На личе тоже был, правильно? Не, у меня зафризил интернет, меня выкинуло и выкикнули меня. Лича мне не нужно. Один танк у вас, делайте что-то. Медведуешь пускай спекается. Медведуешь сдох. Я бы тебе клык никогда не отдал, если бы знал, что ты такую хуйню делаешь. Сука. Короче, имейте в виду, я тут это самое. Весь треш вам не заберу, так что, блядь, делайте что-то. Фармуйте там или контроль. Да просто покайте. Вот, я с тобой. Я кайчу. Если бы Тимыч тут не таунти, вот сейчас бы сдохли все нахуй. Медведуешь, блядь, ты тут? Без эти все. Привет, нагибаторы. Здорово. Что, сегодня ФК робота? Естественно, а что? Я со стенкой разговариваю, я повторяю, от знаков или дари, от воронок отказ. На трэше будет групп лут. Сорян.
Иди в эту кучу. Кстати, кто вчера с Долорейда задержался немного, Палара убили, да? Да, Враска? Не дави мне кино больное. Причем в галимом шмоте, да? Нормальный шмот. В галимом шмоте это... танчик. Это печалька, это кабель. Ну просто адмирала не было и все. Ну да, основной факт. Абсорб был на рейде. Просто были две охуительных совы. Ага. Да-да, сам не похвалишь, никто не похвалит. Ну так... Ты это про Женуэна, что ли? Так я же сказал две, а не одна. Кто бы мог подумать, что... Только говори сразу полторы. Кто бы мог подумать, что Женуэн будет, блядь, на ФК Алара, блядь. Я бы, блядь, месяца-два назад никогда в жизни не подумал. Ну да, есть такое. Ну, типа вот видно по человеку, как человек старается, по крайней мере. Держу в курсе, если от моба отходить, он шотать не будет. Да, да нет, так неинтересно. Вот, ты же вчера нормально гриппал, блядь, на Аларе. Сейчас все, проблема. Важную тактику рассказал пацанам, да? И лужи кидал. Ну, а сейчас типа этот петух в рейде крутится, а вот стоит. Ну так а хули вы стоите с петухом этим вместе? Мы танцуем. Или притяжка без КД теперь, да? Маршал не грипывается. Знаешь, что я подумал? ДК в Т5 надо добавить притяжку без КД. А, я тоже подумал. Ага, товар добавить большевые без КД. Надо масс-притяжку, как на офе, чтобы он человек 10 мог сказать. Да. Вот тоже хотел про масс-притяжку сказать. Типа, когда на панде играл, там масс-притяжку у ДК была. Уважаемый, ага, медведь даешь. Прикинь, на Аларе масс-притяжку даешь, блядь. И вайпнул рейда. Пожалуйста, дайте ему 250, потому что он, ну, врывается в трэш, когда, сука, 6 человек сдохшие. Я не ебу нахуй. В дискорде он или нет, заебал. Сука, это очко просто какое-то. Я что-то нервы, да, подошел. Какой в смысле не танчил ни разу, блядь? Ты трэш пулишь, у тебя 6 человек сдохшие. Ты ебанулся, блядь. Ой, все, ты. Пиздец, ты че? Ну понимаешь, я не знаю, ты бы это видел. Это что за хуйня вообще? Я ему в дискорде до входа в комнату сказал, нахуй. Я пулю слева, он мне справа пулит, блядь. Да ну хорош, Войт. Я по-человечески объясняю, блядь. Ты смотришь, ты смотришь. Зачем ты ровишь человек? Ну, чтобы пулить. Раз у тебя спеп. Все, тихо. Ебать. На босса тебя враска спеп, ебать. Враска-то враской, но это вообще какая-то хуйня. Давайте ему 250, блядь. 6 человек лежит, нахуй. Ты пулишь этот трэш, блядь, пачку и дохнешь. А мне можно, пожалуйста, плюс 250, еп? Да, ГП, он понял, все. Зачем обсирать? Ну, в смысле понял, блядь. Все, дал ГП, он поймет. И он мне пишет в чат про Т5, про какое-то. Это что, ты вообще издеваешься или что, блядь? Нам это не интересно. 6 человек. Чего это Лар убил? Он врывается, поднял. Он врывается медведем в пачку. Зачем? Неопытный человек, что ты хочешь?
Ебанулся, блядь. Вон, Жунель я... 2 месяца к успеху шел. Знаешь, доед после тебя подхватывает трэш и все. Шо, Вага, говоришь, ролим воронки? Мне там как раз не хватает. А что, блядь, тебе не хватает? Мне? Ну, я буду лутать тело опять на лото. Готова тебе продать за 8000 за одну. Так там же, блядь, клиент за 50. Какое тело, блядь. Не вижу никакого клиента. Дайте мясисты, я его. Гена, по 8000 готова тебе продать, хочешь? Подождешь ты со своим телом еще. Окей, тогда шапку с Жайна забираем роллом, и потом возьму себе тело. Ты думаешь, она кому-то надо еще, эта шапка? Ну да. Вон две совы есть. Я имею в виду, смотри, у нас типа в лидер, ну, вечерний. Последний раз забирали шапку, и она, блядь, кому не надо, Неликс соло забирал. Ну так я про Лока. Ну, блядь, если шапка надо, зайдешь, блядь, это все так равно. Так я у меня КД, ты шо? Я же целка был. Так надо подумать, логично. Да не надо, гений, ничего. А так, ну, короче, шапка. Раскрепьтесь так много, на давайте рассказывайте, да, медведь, ёжу, что ну, давай, ну делать. Там. Гевк, начинай. Чего? Че такое? Че тактика хочешь? Для медведя. Тактика для медведя, он не танчит. Так-то нет. Враска танчит и воет. Тут враска. Да. Че? Давай в танк тогда. Враска, ты на инженерии, на боссе. А, миду даешь это в сову или там спек у него. Блять, бафы кулаки так. Короче, 2-3 минутки есть, да, еще? Ну он типа гена демоном есть, можешь разделину заменить. Короче, я кот Тим. А че, а зачем замена такая? Ну вагона надо влезть. А, да, вагон убрали? Это... Ну пускай вон Розелина, да, идет. Дайте порт. Типа, надо танку пушки снимать, нет? Нет, здесь нет. На контроле не надо? Надо, не надо. Маги, да, дайте порт. Я надеюсь, он мой грудак не заберет. Точно, да, не надо? Не надо, нет. Одна ручка падает? Бля, мяко, спасибо, что в шатра, но не в доллара. Нет, тебе только 16 поднять. Здесь щит уникальный на тебя, и все. Там в шатра тебе портал на остров, есть остров доллара. Бафнишь кулаки? Денчик, с тебя кулаки МП5 с раски краски. Меняйте бафы. Кому-то нужна тактика или? Если меды даешь не танчить, знаешь, никому не надо. На Миказе ты первый раз? Смотри. Первый звездочка. Сейчас. Смотри, первая звездочка, если берет тебя в таргет, убегаешь от него. А второй выходит Сангвинар, крестик, просто бьешь. Третий выходит телка, череп, к ней не подходишь. И после телки подходит ромбик активируется, к нему тоже просто не подходишь. Потом убьем этих четверых, вылазит пухи. Напуливаешь в пухи там на враску, да, и просто ауешишь. Сливаем пухи, а сразу 4 вот этих ресуются, прислужника, да. Также сначала сливаем звездочку, потом идешь бить крестик.
черепу не подходишь, к рамбу тоже не подходит. Все, сливаем этих четверых, активируется босс. Активируется босс, будет появляться лужа. Ну, такая большая оранжевая лужа, из нее нужно будет выходить. И появление лужи означает то, что скоро будет контроль. Ну, на трех человек кинется МК. Соответственно, снимаешь пухи, ждешь МК. Если, ну, тебя в МК не взяло, пухи надеваешь, дальше бьешь босса, но не ауешишь, чтобы людей не слить, ну, никакого ауе. Без ауе не можешь, просто не бьешь, ждешь, знаешь. Вот, также будут появляться еще фениксы. Их будет на себя забирать Void. Когда скажу, ну, в этих фениксов нужно будет свичнуться. Под момент убийства феникса он взрывается, откидывает тех, кто был вблизи. Поэтому перед тем, как феникс снова умрет, отходишь, чтобы тебя не откинуло. Феникс умирает, на месте феникса появляется яйцо. Яйцо нужно сразу свичнуться, потому что если там за определенный промежуток времени не убьешь, феникс опять треснется. Все, там слили яйцо, дальше бьем босса. На 50% ну, мы перейдем во вторую фазу, и он будет подкидывать вверх. Когда подкидывают вверх, просто ото всех отлетаешь подальше. И все. Что там мой инженер, да? Оружие. Блять, а какое там дорогое оружие? Меч в правую руку. Клинок там. Меч в правую руку. Лук тоже может сразу взять. Чего Враска-то спрашивал? А у моего инженера или кто? Там это... Ты на инженере. Макрос все это сделал. Чё-то мне не это... с боссом долетать на второй фазе. Ну ты будешь, да, ты будешь танчить босса на второй фазе, а Войд будет, ну, на себя... Ну, когда будет активен босс, ты держишь босса, Войд будет на себя этим... забирать фениксов. Ну и тоже смотри, если, например, там Войда взяло в МК, то забираешь на себя, ну, феникс. Персик, Мяк и Тимыч. Релок. Моя тут. Персик, ты релок? Да. Как зайдешь, напишешь, ну, плюс чат поставишь. Все, блядь. Рога, насчет рамба, смотри, почему к нему не подходишь. Он там как энный промежуток времени кидает бомбу. Бомба, ну, ауешит там в каком-то радиусе с собой. Поэтому, ну, на каст бомбы нужно отбегать. Просто либо, ну, не подходи к нему, посмотри, как вообще это работает. Советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Зовите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Напоминаю то, что те миники не таунсят. За агро следить.
И лик этой девки не подходит. Локи прохилить. Хорош. Ты мне додаешь, Тимыча. Бля, ебать, отвлекли и пиздец. Ребаф, дайте по дроидам, уйдите с платформы. Тимыч, Фарада. Как пухи убьем, ходим еще. Ребаф по воинам дается. Браска, ты неистовство забыл. Второй пианист, что ли? Ну. Отойдите от топора. Намикадзе. Кровавый взор. Сейчас встанет. Плиз табов прожмите. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Мили по инженеру, РДД по телке. Девку просил. Бомба, 2 секунды. Мили. Милики, вам сказали инженеры, бить, что сделать? Ну съебнули быстро. Убегайте на банду только. Минус рога будет. Чуть его отведи по этого Сангунара проверю. Тут Миликов достает фером. Все, РДД Сангунара бейте.
можно. Вы поджмешь, что ли? Пазл 13 секунд, ребят. Враска делаю. Успели привести фрашку. Геру. Контроль 5 секунд. Ухи сняли. Что-то с тебя стилей снялась, что ли, или что? Босса пока что бьем. Глыба. Глыбу сбейте. Лужер, да. Феникс убьет. Персик, Локи, Энджи, Медведоежа. Милики отошли от Феникса. Яйцо свечнулись. Ребаф дайте по локам и по дроидам. Лужа у Феникса отойдите. Контроль раздайте. Стопните АУЕ. Отведи босса, если можешь. В любую сторону, типа. Глыба. Продиспельте рот. Все, Феникс убьем. Лужа РДД. Мильки отошли. Яйцо. Энджи, мы яйцо бьем, а не... Когда убиваете Феникс, появляется яйцо. Лужа. Сейчас контроль будет. Феникса забери. Глыба. Босс убейте. Переводите его на фазу. Все, Феникса. Миля отошли.
За ложами следите, я за боссом стою, не все вижу. Рейнш набрали. Две секунды, сейчас пойдем. Лужа. Все, фениксы появляться будут, их уже не было. Просто босс. Сзади босса появился феникс. Лужа, сова. Гравитация. Пять секунд, сейчас упадем. Там поднимите этого Байера кто-нибудь. Вага, Грудак, Намага, Нафарада. Куда целка или раз? Вараско. Да еще в Доварана. Да. Кто свободен, летите в Вараско. Бля, я не тот посох надел, прикиньте.